Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Нубик в Майнкрафте. Сегодня я скачал какую-то классную полковую калту. Ага, то есть я сейчас буду ее проходить с вами. Вот, так, тут у нас... тут какие-то штуки, плавила какие-то. Нельзя ломать блоки. А как приступить? Во-во-во, все. Тут получается ли левела. Так, давайте приступим уза. То есть, так, все, спампой. А, это у нас колость получается. А, нифига себе, кстати, нифига себе. Ну, кстати, полкул довольно-таки легкий сегодня будет, вот, я думаю, да. Так, давайте, в принципе, уза приступим. Да блин. Я, наверное, слэскил буду писать. Вот, потому что меня уза бесит этот тупой полкул. Так, все, вот так вот. Аккуратно, максимально полкулим. Вот, ребятки, хочу сегодня полкул калту такую интересную для вас пройти. Вот, опа. Так, все, да блин. Я, наверное, сейчас буду ставить спампоинты. Да хотя, да, я буду ставить спампоинты, потому что, ребятки, ну это жесть. Сегодня, я думаю, мы не все с вами пройдем, или все, да я не знаю, на самом деле. Вот, ребятки. Так, давайте вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Аккуратно, все. Вот так вот. Все, спампоинт. Пишем. Все, ставим спампоинт с вами. Так, все, тихо, аккуратно. Опа. Тут тоже спампоинт. Так, опа! Аккуратно. Спампоинт. Так, все тут тоже аккуратно. И тут тоже аккуратно, все списываем спампоинт, в принципе. Все, получается, мы прошли первый левел, типа это второй этап уже. Это. Так, подождите, это что? Это у нас спампоинт тоже. Понятно. Так, ну в принципе. А, нифига, кстати, это классная такая штука. Типа ты так маневрируешь, кстати, классно, да. Угу. Так, все. Теперь нам нужно вот по этому пройтись, но это легко будет, в принципе, я не знаю, сложно ли это полкул калта, первый раз тут играю. Блин, как я мог затупить в этом моменте, блин. Блин, на самом деле это легкая полкул калта. Вот, я просто там в конце затупил немножечко. Все, в принципе, я хочу забыться, быстро. Так. Все, я хочу вот здесь вот поставить спампоинт. И вот так вот, все, в принципе, мы прошли. Третий этап. Так, я не... А, тут невидимые блоки будут. Ясно, я вас понял. Так, все, слэскил писем. Слэскил. Угу. Так, давай. 28 метров, ну, лука. 100. Лук. То есть лук слила. То есть что тут нужно сделать? Подождите. Проверить с помощью лука. Слить кнопку, а не сверху. А, так, ну это легко за, ребята. Это реально легко. Получается, это реально легко. Так, и сто. Подождите, как попасть-то в эту кнопку дурацкую? А, ну все, ну еще, и все, ну это легко. Блин, на самом деле вот здесь вот не хватает блока. Блин, это да. Блока тут не хватает, действительно. Да блин, я опять упал. Что такое? Как? Я ничего не делал, но падаю при этом. Так, давайте. Вот так вот. Нет, чуваки, это нереально же. Ты че, вы че? Вы серьезно? Это нереально пройти. Блин. Слушайте, а тут не может ничего быть такого секретного какого-то? А нет, это туда. Блин, ну это нереально допрыгнуть. Опа! Да блин, это же нереально, реально. Ну вот, ну, чуваки, ну, сами поймите, это очень сложно. Тут тем более читерить на этой калке нельзя. Вот, я хотел очистить его инвентарь вначале. Типа, хотел просто геймота димпла писать, очистить инвентарь, и не смог. Блин, да блин, как это допрыгнуть? Это вообще мега сложно. Да почему я перепрыгнул это? Я это перепрыгнул. А, все, я понял теперь, почему я перепрыгнул. Я не перепрыгнул, на самом деле. А почему она... А, я дулачок. Вот я дулачок. Вот я дебил, реально. Так, и вон там вот надо еще. Все, в принципе. Это было на самом деле легко. Опа, все, спампоинт ставим. Аккуратно. Капец, да блин. Так, смотрите, сейчас нужно... Да ё-моё, подождите. Я дулачок, похоже, что. Так, ладно, давайте еще раз пройдем этот испытание крутое очень. Так, да блин. В конце самому умер. Как так? Да как так-то, блин?
В конце в самом умилеть только я так могу. Давайте, давайте вот так боком, 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 боком. Все. Тихо, тихо, тихо. Вот здесь вот спампоинт. Все. Все, все, все. Я пласол, пласол, пласол. Все, я пласол уровень легкий. Теперь давайте, давайте к следнему, ребятки. Все, давайте сегодня только следний пойдем какой-нибудь, наверное. Да блин, это что такое, я не понял. Это что такое, я не понял. Так, акулат нужно быть. Ну, это, в принципе, тоже легкий за уровень. Но, типа, тут ничего такого прям нет, прямо. А, я понял, что там есть. Я понял, что там сложное на самом деле. А я могу сюда не вступать, типа? Типа, я могу не вступать реально сюда? Я хочу... Так, все. То есть, я отхожу, и, типа, я вот так полкулю. То есть, я могу вот так сделать в теории, типа, да? Или, или мне это навредит, это мне навредит, по-любому. Так, я буду теперь спампоинтами играть, да. Это будет полезнее намного в 1000 раз играть спампоинтами. Так, давайте вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, блин. Так, блин, блин. Все, вот сюда. Так, вот сюда. Не получилось, не волтануло, потом к успеху слово. Ну ладно. Так, давайте, вот сюда. Вот сюда, вот сюда, и все, 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 все. И теперь по этой фигне. По этой фигне это самое сложное, довольно-таки. Да нет, это легко, на самом деле. Так, это да, это оказалось сложнее, чем я думал. Сложнее намного. В 1000 раз. Так, 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 так. Так, так. И так, и все, 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 все. Так, второй этап, я молодец. Так, что тут за эффект? Тут тошнота. Не-не-не, ой, не-не-не-не-не. Тут нужно спампоинт было писать и кильнуться, чтобы тут ничего не получить, никаких эффектов. Я не хочу их. Так, у меня вопрос. Мне как идти туда? Вот реально. Я не знаю, как идти, я даже не подозреваю себе, как идти. Так, давайте спампоинт вот тут вот поставим. Да, вот здесь. Я не понимаю просто, как идти даже, типа. Или подождите. А, тут блоки есть. А тут нету за блока. Угу. Я понял вас. Так. Давайте вот так. Нет. Тут тоже. Блин, это какой-то сложный уровень. Взять, есть тошнота взять. То типа, я не знаю, я увижу дзен какую-нибудь там эффект, магию, нет? Нет, мне просто будет тошнить. Угу. Ну давайте вот сюда. Тихо-тихо, я хочу спампоинт было писать и кильнуться, чтобы у меня не было этого эффекта. А и сюда. Все, 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 так тут я буду с пампоинтами теперь жить. Вот. Так. Да, что? Опять? Опять снова? Опять? Да блин! Да блин! Да блин! Так, мне нужно. Ладно. Не получилось, да блин. Ребята, я тут надолго, мне кажется. Я тут надолго, по-любому. Почему тут нельзя гимот, видите? Да уйди ты, дулак. Гимод, гамме, моде. Один, тут нельзя читерить, читерить нельзя, видите? Блин. Да я почему я не могу? Почему я не могу? Это, блин, капец, ну блин. А как мне это сделать? Я не понимаю, я забагал, да блин. Давайте я листу эту проблему и вернусь к вам. Ну что ж, ребятки, я вернулся на эту калту дулацкую. Давайте пойдем на второй уровень. А почему не на первый-то? А, все, это средний уровень, то есть да. Ребятки, так, подождите, теперь я буду грамотно писать спампоинт. А, я не могу, потому что мне нужно читы убить. Так, все, я теперь пишу спампоинт. Все, и теперь мне нужно умереть. Знаете почему? Потому что именно у меня вот такой эффект от вловления плохой. То есть замедление, вот. То есть, ребят, я не буду... Да опять эта штука! Я не понимаю. Как она вообще возникает? Я не понимаю, как эта штука возникает вообще. Это просто жесть, ребятки. Давайте, я не знаю, что делать. Опять эта штука возникла. Вот, ребятки, давайте я, наверное, разобью этот лолик на две части, потому что это и так затянутая часть получилась. То есть, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите вторую часть. С вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем удачи, всем пока-пока-пока.